Напоминаю вам о том, что работа по созданию базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, то соответствующие реквизиты вы любым из доступных вам способов можете увидеть в описании канала. Также, если вы не можете помочь материально, ну, то есть, кто сколько может, скажем так, то вы можете помочь каналу, если не будете пропускать рекламу, просматривать ее до конца и ставить лайки. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Давно мы с вами не изучали никаких ни трюков, ни команд. Поступает по этому поводу очень много вопросов, и сегодня мы с вами попробуем, я еще раз хочу повторить, может быть, это будет первая часть, а может быть и заключительная, я реакцию еще не знаю. Человек просит научить собаку приносить тарелку. Вот, есть тарелка, есть у меня мой хвост Акбар, сейчас мы с ним будем пробовать. Я никогда не пробовал это, никогда не думал об этом. Для чего это нужно? Ну, если человеку нужно, давайте попробуем с вами. Значит, я думаю, что для начала нужно научить собаку приносить апортируемые предметы какие-то, да? А потом это связать вот с тарелочкой. Итак, вот у нас есть Акбарчик. Вот он, Акбарчик. Чего я, золотая собака? Давайте изначально, значит, строить нужно все на игре, хоть и служебная собака, к принуждению никакому мы не будем, как бы, принуждать собаку. Поэтому все на любви, на заботе, на мотивации собаки. Итак, у нас Акбар немножко перерос, возрастной вот этот вот порог, у него теперь поощрение хозяина является лучшей его мотивацией, то есть достаточно даже уже не вкусняшку, даже не какой-то бублик ему бросать, ему достаточно того, что я просто похвалю и скажу, что он молодец. Итак, попробуем, Акбарчик. Иди, моя собака, иди, моя красавица, иди, моя умница, иди. Хорошо, 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 молодец. Вот он пытается его взять, хотя это не свойственный предмет для него. Я его уже хвалю. Сначала я бросаю недалеко. Может, вниз наклониться будет, эффектно смотрится. Акбар, 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 иди ко мне. У нас оператор еще отвечает. Акбар. Ай, молодец, браво, хорошо. Ай, моя умница, ай, моя умница. Опор. Ай, хорошо, ай, браво, ай, молодец. Ай, молодец, молодец, хорошо. А теперь я попытаюсь перевести это на слово тарелка. То есть, чтобы была разница у собаки между опортом, который просто нужно принести, и, может быть, любая палка. А конкретно, чтобы это была тарелка. То есть, переводим. Тарелка. Ай, молодец, ай, браво, ай, моя красавица, ай, моя умница. Тарелка. Ай, молодец, хорошо. Ай, браво. Сидеть. А теперь попытаюсь, чтобы он просто принес мне тарелку. Ну, я повторю, что у нас собака уже взаимопонимание достаточно серьезное, поэтому с первого раза, видите, у нас так получается хорошо. Ну, хотя не с первого раза. Тарелка. Ай, браво, умница. Ну вот он сейчас не донес, нам надо будет с этим работать. Молодец, хорошо, иди ко мне. Иди, моя собака, иди, моя красавица, сидеть. Тарелка. Хорошо, молодец, хорошо. Ай, браво, сидеть. Сидеть. Сядь, сядь, сядь. Тарелка. Тарелка. Ай, молодец, ай, браво, Акбарчик, Акбарчик. А тарелку-то тебе кто кушать положит, а? Молодец, умница моя. Ну, вот, в принципе, довести до совершенства. Здесь, видите, у меня ушло меньше 2-3 минут, наверное, на все на это. А если у вас с собакой будут правильно выстроены взаимоотношения, то думаю, что тоже примерно такой же промежуток времени уйдет. То есть сначала мы учим команду апорт основательно, хорошо, собака приносит, отдает в руки. Потом апортируемый предмет мы переводим на тарелку, тапочки. Будьте готовы к тому, что несколько пар тапочек у вас собака
кошку. Ну, в игре с вами она потрепит. Но зато в результате она потом будет приносить вам тапочки и также делать выборку, если вы ее научите. То есть научить животное — самый главный принцип дрессировки. Это мы хорошее поощряем, плохое мы не замечаем. И поверьте мне, если вы собаку замотивируете, то есть если собаке будет интересно принести вам то-то или сделать что-то, то у вас все получится. Друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.